Успех любой театральной постановки в нашей стране уже давно измеряется золотыми масками. Для людей театра – это как «Оскар» для киношников. В течение года эксперты «Маски» отбирают сотни спектаклей по всей стране. Десятки из них в итоге попадут в лонг-лист, и только единицы получат заветную награду. Очень гордимся тем, что у нас на «Золотой маске» каждый год номинированы екатеринбургские театры. Вот с 1997 года по сегодняшний год все театры участвовали в тех или иных программах «Маски», были номинированы или стали лауреатами, но и увезли 45 масок как лауреаты в Екатеринбург. И это просто прекрасно. Это очень большая цифра. Мы вот третий раз проводим такой большой фестиваль. Спектакли, которые мы привезли, это совершенно уникальные. Я прям признаюсь в любви этому спектаклю. Спектакль «Пьяные». Замечательный. Все артисты трезвые сейчас сидят. Трезвые сейчас и всегда. Ведь акробатические этюды и трюки, которые выписывают на сцене артисты БДТ имени Товстоногова, могут выполнить только кристально трезвые и сверхнатренированные люди. Да и опьянение в постановке не более чем метафора, признаются актеры. Петербургский спектакль «Пьяные» открывает гастрольную часть фестиваля в Екатеринбурге. Вначале звучит Омар Хайям, у которого опьянение – это метафора присоединения разговора с Богом, Бога ощущения. Вульгарно мы пьяны на вульгарном уровне, а на высоком уровне мы в потоке. Это не бытовой текст, не бытовая пьеса, не бытовые ситуации. Это поэтический текст, абсолютно очень красивый и абсолютно божественные смыслы туда вложены. Никакого там дна нет. И вот то, что я играю проститутку, тоже мы там не смакуем тему. Для меня вот этот спектакль, он про принятие. Про принятие себя, про принятие своих поступков в своей жизни. Ингиборгу Дабкунайте можно будет увидеть в постановке Театра наций «Цирк». Закроет столичную часть программы спектакль «Русский роман» театра имени Маяковского, где главную роль сыграет народная артистка России Евгения Симонова. Неделя завершится открытой театральной лабораторией, где пройдут лекции и мастер-классы Валерия Золотухина и инженерного театра «Ахе».